говорят, не так сложно завоевать мужчину, как каждый день кормить его в плену. Мы, девушки, знаем, что когда мы выходим замуж, особенно когда у нас появляются дети, мы уже готовим часто, несколько раз в день, без перерывов, без отпусков, без выходных, и для очень многих это превращается в такую неприятную повинность, настоящее кухонное рабство. Но можно и нужно по-другому. Можно выстроить все процессы на кухне таким образом, в такую единую систему, чтобы у вас приготовление еды и все, что с этим связано, и готовка, уборка занимали не больше 1 часа в день. Я хочу вас пригласить на свой бесплатный вебинар, на котором я про это рассказываю. Он так и называется: «Как тратить на кухне не больше 1 часа в день и при этом всех вкусно и полезно накормить». Вебинар бесплатный. Более того, я для вас приготовила подарки, которые вы получите сразу после регистрации. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, получайте подарки и уже сейчас начинайте экономить свое время, силы и деньги, которые вы тратите на кухне, и становитесь более отдохнувшими и довольными. Меня зовут Дарья Черненко. Буду вас ждать. Пока!